Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Не хотел делать этот ролик. Назову его так. Ну, как бы он меня поразил. Поразил всего лишь одним комментарием. После вот этого сегодняшнего моего ролика целая куча документов о Тартарии, Гоге, Магоге и удивительных животных Афанасий Кирхер. Где я показал, значит, интересный там книжка есть, египетский. Русские буквы, написано о Египте и написано антиквай. Мне пришел вот такой интересный комментарий. Я решил пройти по этой ссылке. И, ребята, сейчас я вам покажу, что я обнаружил. Антон Кузнецов, спасибо за тебе за идею. Антикуи переводится как античность. Получается античный алфавит. Ребята, получается... Я могу даже так присовокупить, раз там написано это египетский, я могу так, и буквы русские, я могу так все это дело сказать. Античный египетско-русский алфавит. Давайте теперь с вами вместе перейдем по этой ссылке. И вот что, ребята, мне открылось. Значит, вот это там было показано. Вот где. А, В, Г, Д, Е. Я, значит, перешел. Елки-палки, обалдеть, ребята. Да вы посмотрите. Надо, наверное, я сейчас напишу в названии для Евгения Макарова. Он занимается этим делом. Посмотрите, тут есть вот иероглифы. Наверное, он где-то они должны встречаться у нас, потому что вы посмотрите, это же русский алфавит, АВГДЕ, как раньше была передача АБВГДЕ-ка. Так, смотрите, сколько, обалдеть можно. И причем, смотрите, обратите внимание, во. Альфа, Веда. Веда, правда. Но буква это означает Веда, вы понимаете? Гамма, дельта, Е, зело. То есть, как у нас на старославянском зело называлось, так и тут, только зло. Это С, скорее всего, вот это. Суета, Хеда. Посмотрите. Эпси. Она примерно у нас также обозначается, только, по-моему, перевернутая. Надо срочно написать письмецо Евгению Макарову. Пускай он в этом деле во всем разбирается. Смотрите, какое огромное количество. Кто еще по этому делу шпрехает, давайте, ребята, подключайтесь. Сейчас мы с вами разберемся, какое отношение имеет русский алфавит к Египту. Откуда чего? Смотрите. Обалдеть можно. Д. Делда. Если перевернуть, Д и получится. Да, интересное дело происходит. Я сразу, знаете, что это вспоминаю? Я сразу вспоминаю вот что, ребята, сейчас я вам покажу. Так, вот, ребята, смотрите. Примечание. А. Произошла от греческой буквы. Ни хрена, оказывается, ребята, не произошла-то она не от греческой буквы. То есть, Петр I, когда ввел новый алфавит, он убрал связь с Египтом, понимаете, в чем дело-то, ребята, получается. И притянул нас к грекам. Вот какое дело-то выходит. Хе. Смотрите, символы. Смотрите, все они там есть. И здесь нам, смотрите, в глаголице греческой, 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 все из греческой, старославянской тут вот есть, были исключены из русского. А обратите внимание, кому интересно, оставлю вот эту вот таблицу, можете все это дело сопоставить. Смотрите, вот они, вот они. Современное начертание кириллица. Видите, да? А были вот как.
Вот такое вот интересное дело, ребята, получается. Очень интересный материальчик. Ну, естественно, для тех, кто этим делом занимается. Смотрите. А, В, Г, Д, Е. Видите, как в русском сейчас, только Б не хватает. А, В, Г, Д, Е. Вот. Вот вам, ребята, и потихоньку-то правда начинает вылазить. Смотрите. Так, сейчас я, значит, отправляю письмо Женьке Макарову. И ожидаю интересные вон и ролики, чтобы он это все дело просмотрел и разобрался, что тут почем. Тут вообще какие-то ужасы показывают. Так, ну ладно, спасибо за внимание, до свидания, подписывайтесь на канал.